никуда. Если вы хотите стать, ну, знаете, даже если вам некуда проходить, как-то вот так вот красиво. Главное, чтобы когда вы выступали, у вас было вот это вот, я, видите, когда сразу я помогаю себе руками, там, что-то думаю, рассказываю, показываю, что нужно показать. Или, например, когда вы там рассказываете о чем-то разных размеров, вы должны показать, там, большое оно. Или вот такое, манекусенькое, вот такое. То есть вы этим тоже привлекаете внимание публики. Публика думает, что там руками вообще машет, что там происходит. Я сразу, опа, а там что-то маленькое, там что-то большое.